Сообщается, что с целью соглашения является оказание военно-технической помощи правительству Кыргызстана и Таджикистана в виде разовой передачи патронов, боеприпасов и социального оборудования. Страны при этом не могут передавать их третьим лицам. Стоит отметить, что ранее Таджикистану была оказана помощь в размере 2 миллиардов 600 миллионов тенге. Казахстан обеспечивает и берет на себя расходы по доставке военного имущества автотранспортов с территории нашей страны до населенных пунктов вышеуказанных стран. Отметим, что ранее разработчики соглашения объяснили, что оказание военно-технической помощи этим странам является важным вопросом безопасности в связи со сложившейся обстановкой на таджикско-афганской границе, а также росте угроз региональной безопасности.